Просто вот буквально через две недели будет праздник, ну, годовщина основания знаменитого Московского вертолетного завода имени Михаила Леонидовича Миле. Такое очень известное производство, где все, ну, все вертолеты, именно самые первые модели, там, они делают первые шаги в небо, оттуда все идет, потом уже остальные заводы начинают их производить. То есть это именно там, где их учат летать. Вот, к примеру, Владимир Николаевич Кутанин здесь сидит, ведущий летчик, который испытывает Ми-38. И уже вот скоро эта машина станет на поток, если правильно знают. Владимир Николаевич, извини, я еще просто скажу, что это единственный летчик, который умудряется на Ми-28 задом наперед делать вираж. Бывает и такое, это я увидел, честно говоря. Как-то когда происходят вещи, непостижимые законы физики. Опять же, на Дальнем Востоке я видел, как он колокол сделал на Ми-8. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живо, столько лет на всех режимах, не до мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили за машину и за Миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил на всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич.